Всем привет, но это будет реально супер быстрый апдейт по биткоину. Что тут можно сказать? Шортить нельзя лонговать, называется эта ситуация. Посмотрите. И да, и сами, естественно, вы должны поставить запятую где-то. Напишите в комментариях, где бы вы поставили запятую во фразе «продавать нельзя покупать» или «шортить нельзя лонговать». Вот, а мы с вами увидим, что биткоин уже практически дошел до предыдущей вершины своей ETF, да, это у нас 49 тысяч долларов. И технически, вообще-то, ничего не составит труда ему до тут дойти. Но мы говорили с вами вчера о потенциальном сценарии, что мы все-таки увидим коррекцию в ближайшее время. И если это так, то смотрите, вчера мы тусовались на 0.68 FIBA, сейчас уже 78.6, то есть пробили даже ее. И вот сейчас пытаемся закрепиться как ретест. Если закрепляемся, то, вероятно, дальше поход к all-time high, ну, к local all-time high, да, в 49 тысяч. А так-то что? Блин, да, слушайте, вообще капец. Вчера еще была вероятность от 68 уровня откатить, но тоже не дали, видите? Поэтому, походу, идут выносить шортистов. Могут быть супер резкие сквизы, типа одной палкой пятиминутные, вот такие, прямо чтобы вынести всех лонгистов нафиг, и потом наверх. Поэтому это называется, чуваки, no trade zone, no trade. Если вы еще не знаете, какой сейчас трейд, лучше никакой сейчас не берите. Понятно, на споте откупайте потихонечку монеты, которые еще не улетели. А так-то что? Вообще хрен пойми. Ну-ка, ТРДРчик, что нам скажет? Ничего пока не говорит. Видите, даже здесь никто не продает его из серьезных ребят. Ну, на 15 минутке... Даже, да, на 15 минутке вот появился первый продавец. Ну, это как бы, знаете что, это уже, в принципе, повод задуматься. Вот он появляется, исчезает, маячит. В принципе, можно разгружать. Если у вас прибыльные лонги, естественно, их нужно потихонечку разгружать. И я вам напоминаю, что на бирже Deepcoin, на замечательный, идет сейчас соревнование для всех тех, у кого депозит там даже хоть 10 долларов, хоть 100 долларов. Для самых начинающих или тех, кто не рискует большими суммами, кто хочет начать попробовать трейдинг с плечом. Конечно же, дисклеймер, не финансовый совет, трейдинг с плечом — это опасно и так далее. Но также это потенциально большая прибыль. Поэтому вот это уникальная возможность, вы не рискуете ничем, ну кроме своих там 10-100 долларов, да, или 1000 долларов. Ну, суммы, которые вам не жалко. Я вот положил 1000 долларов, уже 1300, торговал 30% плюса. Прикол в том, что состязание еще 19 дней будет длиться, и минимальных порогов для входа нету. То есть, вот, как я уже сказал, вы можете зайти с любой суммы, и призы даже тем, кто улетает в минус. Потому что у нас Джо Сас улетел в минус 100%, и даже он получит 10 долларов. Это, конечно, эпик. Джо, давай подкидывай маржи, вылезай оттуда, и так не делается. Выходим из минусов, потому что еще много времени. А так, что я вам хочу сказать, не ловите тилт, не ловите фома. Да, сейчас вероятно еще, наверное, все-таки сейчас будет еще один куда-нибудь на 52, о чем мы, кстати, с вами и говорили, с выносом всех этих, прикиньте, сколько здесь стопов и ликвидации шортов. А вот потом уже по-любому начнется что-то более серьезное с откатами, может быть, с проторговкой, но по-любому с откатами куда-то назад к средним значениям. Трудно сейчас сказать, какие это будут, но как минимум вот туда же, куда мы, где мы сейчас, мы должны вернуться на дневке. Хотя, опять же, если отдаляемся на недельку и смотрим на биток супер глобально, то тут как бы... Есть ему еще куда идти. Есть куда идти. Это вполне себе может быть вот такая же полка, как была вот здесь вот. И понимаете, сейчас нас ждет очередная серьезная, сильная волна наверх, которую никто не подозревает докуда. Возможно, даже выше all-time high. Напишите-ка в комментариях вот что еще. Считаете ли вы, что all-time high будет до халвинга или после? Вот это очень важный момент. Я практически уверен, что почти все считают, что после. По-моему, проводили такой опрос. Ну а приколите, если он будет до халвинга. Вот это будет фома у всех. Тут-то все и впрыгнут, и потом уже мы можем пойти разгружаться по более серьезному, как обычно, собственно, биточек это и делает. Поэтому всем спасибо, что смотрите. Подписывайтесь к нам в телегу обязательно, на Бастион, на все ресурсы. И до скорого. Ссылки все найдете полезные в описании. На Deepcoin, на состязание, на TRDR, на все полезные сервисы. И что еще хотел сказать? Скоро увидимся по-любому. И не забудьте поставить стопы, тейки и лайки этому видео и проверить, подписаны ли вы на наш канал, нажать ли на колокольчик. Все, пока, всем профитролей.